Привет, дорогие друзья, вы на моем канале Lord Voodoo. Мы играем сегодня с вами в GTA 5. И сегодня 23 февраля мы будем поздравлять мужичков с этим отличным весенним практически праздником. Вернулся. Ава. Мишка Фредди со своими друзьями сейчас пойдет поздравить соседа. Конечно, покатается на танке. Мы же не можем этот день не покататься на танке. Это у нас Фредди. Сразу поставьте, дорогие друзья, пальчики вверх. Это была небольшая команда десантников. Что-то они, походу, переотдыхались или перегрелись на солнышке. Вон машина. Сейчас мы ее сюда притянем. Притянули, она разбилась. Да, не, я не это. Я хотел ее сюда притянуть, чтобы на нее сесть. Иди отсюда, чувак, ты мне не нужен. Блин. Не так сильно притягиваются. Вот машинка. О, вон, ну наконец-таки притянул без происшествия машину. Все, сейчас уезжаем, разворачиваемся и вперед. Мы можем из пистолетика в следующий ехать. Что за машина? Тут просто не притянул здесь. Тут какая-то. Че творится? Вообще понятно, что это. Вам праздник 23 февраля. Ты что, хочешь со мной в рукопашу, что ли? Я, значит, с пистолетом бегу, он хочет со мной помахаться ладошками. Да я вас задавлю сейчас. Здесь я не зажег себе валюту. Нет, нормально все. Ну что, ребятишки, прокатимся на танке? Я же сказал, у нас танк сегодня будет очень большой. Пойдемте, ребятки. Смотрите, как он здоровый. Мы даже до колеса не достаем, до середины колеса своим тельцем не можем до него достать. Ой, блин, как в него садиться-то? Ух, блин, большой какой танк. Ребята, я даже не знаю, как мы туда будем залазить. Там парашют нужен. Да, ребят, сказать, что у нас сегодня большой танк, это, по-моему, ничего не сказать. У нас куда-то дуло смотрит, куда-то не в ту сторону. Так, что-то мы стреляем сами в себя. У нас какой-то он очень медленный танк. И я прям что-то вообще... Понять не могу, выстреляем в одну сторону, у нас летит все в другую. Короче, едем мы в гости к соседу. Я чувствую, мы на этом танке никуда не доедем. Что-то мы переборщили, по-моему, с размерами. Да, мы и даже вылезти с него толком не можем. Он сразу кидает под гусеницы. Жесть, ну этот танк, конечно, я не знаю. Давайте попробуем гравитационную пушку куда-нибудь закинуть, что ли. Опа. Ох, как он летает. Смотрите, его можно куда-то сбросить. Катапультировать. Смотрите, как хорошо он полетел. Летает он действительно хорошо. Опа, не хуже, чем эти автомобили. В туман куда-то ушел. Чувак. Да ж ты лезешь-то на меня, друг сердешный. Так, нам на друзей собрать. Сейчас я машинку возьму. Они там на пляже в шоке остались. Смотрят, какой он здоровый танк был. Ой, нифига себе, так и стоят за граф головы. Потом еще танк мимо пролетел. Вообще было весело. Ребята, там у вас 4 штуки, нам машину нам побольше. Нам надо спецназовскую машинку, чтобы покататься. Вот они бегут, друзья, навстречу. Или у вас тут... Погодите, вот где-то мы еще одного потеряли. Так, ночной призрачный Фокси. Мы Фреддика, Мангал, Марионеточка. По-моему, кто-то еще должен был быть. А может быть, я ошибаюсь. Ну, ладно, вчетвером тоже что, нормальная компашка для поздравления. Соседа. Погода, конечно, совсем. Ты что у меня за шишка такая? А, это Мангал у нас торчит со своим плечом. У него подломанное. Пол экрана закрывали, понять не могу. За шишка какая-то. О, на бока везем на капоте чувачка. Куртка наша. Кого-то они там подавили. Перевернули. Чего бывает. Уже совсем немножко до соседа осталось. Пытаются дороги нам перекрыть. Да. Добрались до соседушки. Вроде распогодилось немножко. Вон он снизу сидит. Друзья, выходим. Сейчас поздравлять нашего друга будем. Служиво. Так, ну что, нормально тут, надеюсь, никто нас не укусит. Так, дверь не починил? Ой, не починил, похоже. Не починил, машина стоит на месте. Так, заходим. Привет, друг! Ты что тут... Гляньте, они раздвоились. Что-то мне кажется, кто-то из них тут лишний.
Друзья, мы чуть не забыли про Чику. Это ж Чика у нас сегодня всех поздравляет. Она же у нас девочка единственная. Говорят, еще Мангл тоже девочка. Какая-то она странная девочка, мягко говоря. С липухой пришла. Это вообще не понять, с чем пришел. Вот сигнальным пистолетом. Вот сразу видно. Просто настроен на позитивное настроение. Будет салютик запускать. Нашли, пришли к соседу. У них тут, походу, вечерина какая-то. Смотрите, сколько тут соседей. Ну, то есть всех соседей сосед собрал. Это вообще какой-то парашютист. Иди сюда. Шутист. Давайте машинку берем тоже отсюда. Припарковано как-то не по фэншую немножко. Так, все, заходим в дом. Привет, сосед, сколько вас тут? Первого лица, блин, все равно нифига не видно, а? Ты чё? Странные какие-то люди. Выходи на улицу. Чё, этот чувак в гробу тут сидит. В сторонку берем сюда, спустись. А ты что тут сидишь? Давай вылазь. Мужик, ты живой? Эй. Ты что, ты говорить умеешь? Марионетка говорить умеет, оказывается. Ничего себе, я не подумал бы никогда. Давайте, друзья, вы напишите пожелание к 27 февраля внизу под видео, под вот этим. Самые лучшие пожелания будут зачитаны мной в следующем видео. О, полиция куда улетела? Ничего, ну. Вот это полет, это я понимаю. Я хотел то же самое сейчас с соседом сотворить, но что-то никогда не получается. Вот стекла надо разбить. Давай, молоток. Опа! Во, это правильно. Теперь через стекло можно вытащить. Хотел всех соседей убить. Давай, соседа, закидай его. Говёхами. Опа! Гори. Давай, полиция. Тоже тебя с 23 февраля. Поздравляю. Ё. Давай, ракетница. Покажи, Мишка. Смотрите, меня бить хотят. О, ракетница. Это я понимаю, салют. Это по-нашему. Так. Сюда иди, сосед. Иди сюда. О, вытащил. Сосед, иди гуляй. Гуляй, Вася. Ушел. Ушел гулять. Так, и там еще были чуваки. Ёлки-палки, упал немножко. Вот он еще сосед. Так. В окно. Летаешь. Вот это какой-то вообще странный. Гляньте, какая у него рожа. Там вечерина вообще в самом разгаре. Я что-то все пропускаю. Ох ты, блин, сбила машина. Аккуратней, ты что, Чику-то сбил? Я тебе чё, курочка, что ли, чтоб меня так сбивать? Вот, иди, припаркуйся нормально. А то встал где-то посреди двора. Ни двора, ни кола. Так, смотрите, меня бить будут. Что-то вы меня плохо защищаете. О, давай. А ты, Мангл, чё, липухи не используешь? Давай ему наскину липухи, да и все. Пришли к соседу. Друга своего детства не можем поздравить, понимаешь? Он так на вечерину закатил. Заклубился, не понять, с какими людьми. Мы его теперь вынуть не можем. Давай, через окно же. Влазь. Застрял, а? О, вышел, сосед сам вышел. Ну, наконец-таки. Оп. Да, он летает. Смотри, какой крепкий пацан. Не то, что эти полицейские. Он хочет опять домой вернуться. Вот у него соседа, короче, у него всегда фишка, он всегда домой возвращается. Куда бы я его не отправил, он возвращается домой, он появляется дома опять. Вот даже сейчас вот он вышел через дверь, сейчас опять вернется домой. Было бы их чуть поменьше, надо их, наверное, количество чуть поуменьшить. И чё вы все меня бьете? Бейте вон рядом чуваков со мной, смотрите сколько. Вот, стреляю. Вот, вот так вот. Вот, видите? Смотрите, он вернулся. Чё тут происходит? Давайте домой его запихнем в окно. Не получилось. Не хочешь домой идти, да? Может, пойдешь все-таки? Давай. Иди. Иди. Летучий голландец. По телефону разговаривает. Ползет, он ползет, давайте ему поможем. Давайте его сюда, вот в костерчик положим.
О, он горит. Он горит и ползет. О, он прикольный. Маньяк. А этого тоже. Упал. О, а это что машина? Что с машиной происходит? Не охотно творится. Так, а тут еще трупик был вот здесь, вот, в соседнем дворе. Трупик лежал. Я, по-моему, его подобрать не могу. Да, он что-то не поднимается. Также чувак, который там под гробом стоял, он что-то почему-то не вытащил. Я был уверен, что я его смогу вытащить своей пушечкой, думал, выну и все. Он бессмертный даже. Давай выходи. Ой, а кто его застрелил? Зачем? Фокси, ну что ты творишь, а? Фантом Фокси просто взял, убил человека. Я ж совсем не это хотел сделать. Соседня надо повынимать. 23 февраля будем салют устраивать. Фейерверк. Сейчас по Пырикову по дому прошвырнемся, посмотрим, кто тут еще есть. Что-то тут пообуглились почему-то чуваки. Не знаю почему, кто их мог пообуглить. Так, здесь Цыпа. О, Цыпу тоже надо на улице забрать. Она не берется. Ну придется без тебя, Цып, извиняй. Останешься здесь тогда, в гордом одиночестве. Больше никого в доме нет, все разбежались. Один сосед там остался на улице и все. Ну ладно. А эти что-то сгорели. Не знаю почему, кто их сжег. Я вроде ничего... А, я ж кидал сюда молотого, точно. Сосед, давай. Пойдем веселиться. Клубиться. Зажигать. Блин, я ж его поднял, только вытащил. Он опять домой ушел, а. Неправильно, сосед. Застрял там. Оп. Оп, еще раз, сосед, давай. Еще. Ну еще не. О! Во, вылетел. Вылетел. Единственный сосед остался. Хозяин который, блин, пройти почему? В одну сторону проходит, в другую не можем пройти. Ай, через забор чуть не упали. Ай, что такое творится? Так, 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 выходим, 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 выходим. На тебе машинку. Так, куда сосед улетел? Сосед. Вот они. Фокси, давай я тебе заборчик проломлю, пройдешь. А то застрял. Давай. Пух. Короче, сосед куда-то убежал. Я видел, что его куда-то откинуло, отшвырнуло от двери, и он куда-то улетел. Ну, в общем, что я хочу вам сказать, дорогие друзья. Всех с 23 февраля. Вот такая вот у нас серия, не понять какая, не понять, что мы тут делали. Что мы хотели сделать, я что-то запутался. Половина того, что я хотел показать, у меня что-то не работает. Хотел из-под гроба чувака вытащить, он почему-то не цепляется. Полиция какая-то, тоже странная, кто-то побежала вся. Давайте я помогу полетать. О, вертолет летит. Армия нас бережет. Никого постричь не надо, уши никого не видно. Кто мог бы постричь? Чика у нас по парикмахерам заделалась недавно. Надо выкинуть этот мусор отсюда. Загромождает. Ух ты, это кто такой ездит? Заездун такой. Ну-ка стой. Давай вот с этой, пообнимайся. Машинка полицейская. Жду от вас, дорогие друзья, пальчик вверх, подписочки на канал Железное Сердце. Всех еще раз с праздником защитника Отечества. 23 февраля. Наш родненький праздник. Праздник всех мужчин. Все, всех мужчин. И мальчиков. Будущих защитников с праздником. А всех девчонок, наступающие весны. Скоро мы будем снимать что-нибудь про 8-го. Очень такое няшное и интересное. Так что, друзья, делитесь этим видосиком со своими друзьями. Это было поздравление к 23 февраля. Еще раз напоминаю, всем спасибо и всем пока, до новых встреч. Пишите комментарии, лучше комментарии я показываю. Ну и лайк не забудьте поставить. Я же старался. Все-таки праздничный день. Гляньте, забрались защитнички. Оп.
что-то не получаю. Хотел друг с дружкой соединить, а они не соединились. Вот такие вот дела. Чика говорит всем респект и уважуха. Если ты не хочешь, ему лайк поставь и подпишись, и все будет зашибись. Уважаю я людей, добавляю всех друзей, добавляю себе. Смотрите, подходит оружие даже мечты. Перестанешь ты болеть, сможешь быстро повзрослеть, врагу быстро одолеть и пожить. Быстро! Я играю в GTA, пишу видео, друзья. Моду ТГЧ онлайн, все покажет твой канал. Ты давно его искал. Я знаю, у тебя есть деньги. Буду Эрнха с тобой, делюсь тайной игровой. Ты за зря не пропадай, всему миру ты задай. Удивляйся, улыбайся, GTA, наслаждайся. Удовольствия не лишайся, в стороне не оставайся.